Всем привет! Вот мы сейчас с Максимом тут посмотрели, какие песенки еще есть в Atomic Heart. И выбрали одну из «Стоят девчонки». Я, ну, это все песенки мои, да, моего Советского Союза. Ну, это, наверное, даже постарше, чем ты, да? Ну, однозначно постарше. Ну, тут много песенок, которые постарше. Но я их помню, и, в общем-то, поэтому это было при мне уже, эти песенки все пели. И мне, конечно, интересно посмотреть, что можно сотворить современное из таких песенок. Я вообще всегда за то, чтобы сделать что-нибудь оригинальненькое и старенького. Итак, «Стоят девчонки». Ну, совсем не похоже. Вот тут вот, да, пошло что-то. Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы. И щеки девушек горят. А сейчас бывают танцы, друзья мои? У нас раньше была дискотека. Девчонки стоят. Повезло нам, девчонкам, с ребятами. Ни сейчас, ни тогда. Все сидят по углам и не могут найти свои половинки. Боже мой, какое хорошее время было, друзья мои. Сегодня пусть не повезло девчонкам от чего-то. Они статистики назло опять придут в субботу. Придут девчонки в сторонки, в точке руках деревья. Потому что на 10 девчонок. Здорово взяли и разукрасили такую мелодичную песенку. И получилась такая заводная современная песенка. Вот тут что-то переборщили с барабанами. Что-то их больше, чем надо здесь в конце. Музыка давно кончилась, а барабаны бьют по ушам. We'll be right back.
Ну вот, друзья мои, уши завяли, уже это оглохло, все. Но вот чем замечательна вот эта игра? Тем, что, ну вот, хорошо придумали, правда. Взять все хиты прошлых времен, и не те, которые песни 80-х, это уже моя музыка, да, которую мы уже, наверное, мне кажется, там закрутили настолько, видимо, у нас там такая ностальжия, везде там песни 80-х, по радио, везде, вот, она как бы достаточно на слуху. А вот эти песенки, которые были в Советском Союзе, и, ну да, они все, наверное, из Советского Союза, вот, они как бы забыты, но вот взял и сделал вот такую прекрасную аранжировку и дали вторую жизнь этим песенкам. И очень интересно и красиво получается именно по звучанию, по музыке. Ну, здесь было много барабанов. Или что там такое было? Что-то многовато. А так в целом все хорошо. Но мы решили с Максимом сегодня не перетруждать вас и послушать только девчонок. А все остальное в следующий раз, если вы желаете. Всем пока!